Здравствуйте! Предлагаю узнать, чем запомнился этот день в истории и какие праздники можно отметить. Об этом прямо сейчас в «Машине времени». Сегодня, 3 июня, отмечается день рождения парашюта. В этот день, в 1785 году, Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированное им изобретение. Но первый эскиз парашюта был нарисован за несколько веков ранее. В 1483 году это сделал Леонардо да Винчи. Его парашют был похож на современный, но практической надобности в то время в нем не было. Спустя 200 лет стало развиваться воздухоплавание, и парашют оказался действительно нужен человечеству. Первым построил и испытал такое устройство тоже француз, физик Ленорман. Он и дал ему название «парашют» от греческого «пара», то есть «против», и французского слова «шуте», то есть «падение». Он был из полотна, а изнутри оклеен бумагой. Стоит отметить, что испытания проводили сначала на животных. Сперва спустили собаку с высоты 300 метров. Все прошло благополучно, а через год по такому же принципу был запущен баран. Первым человеком, который прыгнул с парашютом, был французский аэронавт Андре Жак Гарнерен. Он прыгнул с высоты 400 метров над Парижским парком. Кстати, Американская ассоциация дельтапланеризма доказала, из всех экстремальных развлечений парашют самый безопасный. Они посчитали, что на сотню тысяч благополучно приземлившихся приходится всего 25 разбившихся. А еще сегодня отмечают довольно актуальный летний праздник – День средств защиты от насекомых. Так что предлагаю узнать, чем они опасны и как с ними бороться. Прежде всего о комарах. Это одни из немногих, кто способен испортить отдых на природе. В среднем в одного комара влезает 0,003 мл крови, так что это не главная причина страха. Такой можно считать малярийных комаров, переносчиков возбудителя малярии. Заражение происходит при укусе самки, причем отличить ее от обыкновенного комара непросто. Также могут быть опасны и простые комнатные мухи. Они могут на своих лапках и ротовых органах переносить яйца аскарид, дизентерию, амебу и возбудителей холеры. С первыми легко справиться с помощью современных средств, а со вторыми – газетой. Однако можно сказать, что нам еще повезло. К примеру, в Африке живут кожные оводы. Эти милахи кусают тебя и откладывают под кожу свои личинки. Те сами прогрызают себе дорогу поглубже, а через 60 дней уже лезут назад. В колымской истории 3 июня запомнилось следующим событием. В 1954 году в Магаданской области, в прибрежном районе, была организована комплексная сельскохозяйственная опытная станция. Перед учеными встали задачи по выведению местных сортов, разработке систем удобрения и борьбе с вредителями. Значительных успехов добились картофелеводы, но уже через год станция была закрыта, но до 1959 года на ее базе работал опорный пункт Института сельского хозяйства. Из неофициальных, но довольно милых праздников сегодня отмечается день под девизом «Любовь побеждает все». Оказывается, это не просто девиз, а крылатая фраза, которая была популярна у древних поэтов и писателей. Первым ее высказал римский поэт Публий Вергилий Марон. Ну а я предлагаю узнать побольше о любви. Некоторые исследования говорят, что мы чаще влюбляемся в знакомое лицо. Дело в том, что мозг удерживает отдельные визуальные образы мужских и женских лиц и реагирует на них, если встречает нечто похожее. Более того, лицо может быть решающим фактором при выборе партнера. Однако люди влюбляются, даже если их партнер не соответствует их же идеальному образу. Одна из причин, по мнению ученых, это большое количество вариантов и слишком мало времени. А еще по статистике британских ученых, чем дольше длится период ухаживания, тем лучше перспективы для долгого брака. А вот люди, которые переживают бурные и страстные романы в начале отношений, чаще разводятся. На этом, пожалуй, и закончим. Хорошего дня и до встречи в «Машине времени».